Доставка лекарств по воздуху скоро появится в Казахстане. Молодые ученые из Алматы разработали беспилотник, который даже в плохую погоду оперативно доставит медикаменты тем, кому они нужны. Какая грузоподъемность у летающего курьера и как будет работать доставка будущего, узнавала Зауре Жбитимбаева. Алматинские студенты тестируют дрон для доставки лекарств. Возможно, еще несколько лет назад это казалось фантастикой, а сейчас уже реальность. Маленький курьер способен преодолевать расстояние до 10 километров и перевозить больше 2 килограммов медикаментов. Он удобен для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, говорят разработчики. Мы бы хотели, чтобы в будущем доставка BPL активно внедрялась в Казахстане и помогала нуждающимся людям и уязвимым слоям населения. По нашему мнению, в ближайшем будущем поставки медицинских препаратов и расходных материалов станут тенденцией. Работают над проектом 5 студентов. Их поддержал родной университет и закупил необходимое оборудование почти на 4 миллиона тенге. За 6 месяцев они собрали умного курьера. По словам ученых, казахстанцам заказать беспилотник будет удобнее, чем обычного курьера. Он сократит затраты на транспортировку и время доставки посылки. Говорят, что такой дрон удобен будет для сельских жителей и районных больниц. Случился у человека инфаркт, инсульт. Срочно нужно какой-то укол сделать. Под рукой нету. 2 часа, пока машина приедет, 30 километров. Тут 5 минут дрон прилетел, скинул необходимые лекарства, человек можно спасти жизнь. Студенты надеются, что их проектом заинтересуется в Министерстве здравоохранения. Тогда они смогут усовершенствовать свой дрон и уже запустить его массово. Молодежь уверена, такие технологии могут дать реальные решения жизненных проблем в современном мире. Зауре Жбитимбаева, Айзада Оразалы, Дамир Айткужанов, Алматы, Первый канал Евразия.